При нажатии всего нескольких кнопок дистанционного пульта управления школьный рюкзак движется вперед. Создал необычный, но весьма полезный гаджет 11-летний Айтуар Савитбек из села Турткуль Туркестанской области. По словам юного разработчика, его умной сумки не страшны ни погода или бездорожье. Управляемость легкая, а грузоподъемность до 5 килограммов. Лестницы в школе, конечно, сумка не преодолеет, но мне в этом помогают мои одноклассники. На изобретение такого гаджета Айтуара подтолкнула личная ситуация. Прошлым летом из-за травмы в ДТП врачи категорически запретили ему поднимать тяжести. Даже школьный рюкзак с учебниками. Пятиклассник решил не отставать от занятий и к началу этого года уже создал самоходную сумку из подручных материалов. Я перепробовал много различных материалов для создания каркаса умной сумки, и из пластика, и из коробок, но решил остановиться на МДФе. Для того, чтобы привести сумку в движение, я использовал механизм своей старой сломанной машинки с пультом управления, соединил детали, прикрепил платформу с колесами и батареей, все, она заработала. Колеса крутятся и вперед, и назад, а также она поворачивает и влево, и вправо. Идея, конечно, моя, но помогла все это соединить воедино моя мама. У меня 3 старшие дочери и единственный младший сын. Айтуар с детства творческий человек. Ему нравится делать что-то необычное. Я ему в этом всегда стараюсь помочь. Сама я работаю в школе, преподаю предмет технология. Поэтому мне было несложно помочь сыну с воплощением его идеи, чтобы он смог ходить в школу и не навредить своему здоровью. Дизайн сумки разработала я под подсказки своего сына. В школе, где учится Айтуар Савитбек, рассказали, что это далеко не единственное его изобретение. Он и до этого удивлял педагогов. Мастера из старых пластиковых труб и фитингов, держатели для книг и настольные светильники с замысловатым дизайном. Айтуар у нас гениальный творческий мальчик. Ребенок целеустремленный и все время пытается отличиться от своих сверстников. Учится очень хорошо. Айтуар Савитбек уже задумывается над усовершенствованием умной сумки. Он планирует создать механизм, благодаря которому она могла бы передвигаться по лестнице, после чего школьник мечтает запустить массовое производство гаджета.